Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. И в этом уроке я хочу вам показать такой интересный виджет. Немного странный, но может быть кому-то он пригодится. Сейчас вы видите анимацию. Вот такие вот анимированные линии летают вокруг текста. То есть вот такие линии можно задать любому вашему тексту. И цвет линий также можно сменить на свой. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки виджет, как обычно, я перетаскиваю на холст. И давайте посмотрим настройки. Первое поле Title, вы вписываете сюда любой ваш текст. И нажимаете Enter. Теперь для этого текста ниже можно назначить цвет вот этим вот анимированным летающим линиям. Кликаем по квадратику с цветом и выбираем какой-то здесь свой цвет. Дальше Font Size, это размер нашего шрифта. Я сделаю побольше, поставлю 80. Идет подгрузка виджета, у нас увеличился шрифт. И нижний параметр – это у нас межстрочное расстояние. Итак, дальше вы можете выделить виджет, взять инструмент «Текст» и задать тот шрифт, который вам необходим данному тексту. Сейчас я сменил шрифт, также вы можете кликнуть по цвету верхней панели Adobe Muse и назначить цвет самому тексту. Вот и все. Наш виджет готов. Давайте посмотрим в предпросмотре. У нас все с вами работает. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Надеюсь, вам урок был полезен. И увидимся с вами в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!